Здорово, комрады! Сегодня у нас будет такой коротенький сумбурный экспресс-обзор на такую вот замечательную штукенцию с AliExpress. Ссылочка на нее в описании под видео. Переходите, смотрите, там же больше подробностей, а я хочу добавить лишь одно. Советую перейти по ссылке ниже и как минимум проверить цену, так как я брал со скидкой процентов в 30 от средней цены на AliExpress. Продавать частенько делает реально крутые скидки. Я вот по такой скидке взял и не могу не нарадоваться. Так как цена, ну, не совсем копейки, мягко выражаясь, то приличный скидос очень даже в тему. Сама посылочка ехала недолго. Я заказывал доставку из Китая. Не доверяю я нашим локальным офисам. В общем, приехало все нормально, цена меня устроила, товар приехал полностью целеньким, упаковка особо не пострадала, были, конечно, мелкие косяки, но не критичные, сам товар полностью целый. Функционал, как заявлено продаваном, все работает, все исправно, доводки напильника мне требуют, наличествует культура исполнения, никаких там заусенцев, дефектов покраски, потертости, шероховатости левых, вот таких вот, всякого трипера не наблюдается. Действительно качественно, достойно сделанная вещь, мне очень понравилось. Жена тоже покупкой довольна, у нас общие интересы, нам эта вещь зайдет обоим. Вот такая вот у нас красота сегодня была на обзоре. А на этом я с вами прощаюсь. Ссылочка в описании под видео. Переходите, смотрите, покупайте. И не забывайте подписаться на канал, а также поставить лайк видосу.